Привет, девчонки! Привет! Мы приехали опять на озеро Card Lane. Мы сюда часто ездим, но решили еще снять. И мы пришли, короче, чтобы показать вам крутой песочный замок, мы там поставили. Построили. На YouTube такие есть видео, ну, как профессионал делал такие домики. Вы в туалет? Наверное, здесь какой-нибудь этот самый фестивальчик вчера был, да? Может быть, да, здесь постоянно какие-то фестивали проходят. Мы здесь вчера не были. Класс! Мокрый, да? Да, песок здесь мокрый, а что его поливает периодически, видимо, да, как-то мочит снизу. Art Green написано. А, Art on Green. 50 лет. Это, видимо, какой здесь фестиваль был, действительно. Может, клеем? Смотрите, елочки как сделаны красиво. Мам. Они специально какую-то жидкость воду используют для того, чтобы она скреплялась. Да, я думаю, что какая-то водичка выше. Была. Выше меня. Она вот там видела, мам. Что там? А что это? Канаты натянуты какие-то. Их убирают или развешивают? Это что-то лазить. Развешивают, конечно же. Потому что это лазить там наверху, да, чтобы, да? Лазить. Там есть какие-то качели, переходники. Че? Никит, скажи мне, Никит. Скажи мне, что ты хотел? Что? Он ко мне подходит и тихо говорит. Давай сломаем замок. Никит, ну что ж такое, а? Желание разрушить. Ой, упал. Ой, Никита у нас вечно падает. Здесь написано, что нельзя алкоголь, нельзя собак на берегу. И пляж закрывается в 10 п.м., значит, здесь никто не должен быть, 10 часов вечера. И нельзя открытый огонь, чтобы был, жечь. Если огонь разведешь, просто вот дрова разожжешь, то приедет полиция и даст штраф, говорят, что до 1000 долларов штраф. Здесь прям сразу стучат, сразу закладывают. Они это не считают, все качество. Да, они считают это... Они считают это поддержанием порядка. Да, здесь вот такое отношение к этому. И благодаря этому... Их этому учат с детского сада, с 5 лет. Болит, да, ножка, покажи. Ой-ой-ой. Взяла коробочку, да, сейчас пластырем Никите ногу заклею. Иди вперед, аккуратнее, не упади. Пошли, пошли, пошли. Арбуз, одеяло, планшет. Все, уже все прошло. Теперь будет Никита с планшетом сидеть, да? Привет, Семен, у тебя крутая панамка. Семен, а ты смотрел мультик «Котенок с улицы Лизюкова»? А-а. Надо обязательно включить, у него примерно там такая панамка была. Да. Ты знаешь, где такая улица Лизюкова? А-а. В городе, в Воронеже. А я там не жил. Ну и как что, зато там твои корни. Там, кстати, песенка такая, что лучше, чем Воронеж, нет города нигде. Тоже не слышу. Привет, красотка. Бревно вытащили наши ребята из реки, плавало бревно. Короче, вот это бревно стоит, за него нельзя заплывать, потому что там зона, где плавают эти катера и лодки. Здесь устье реки Спокен начинается, а там озеро Card Lane, а вот это река Спокен. Маша с Семой. Так. Ого. Так, эту посылочку нам прислала тетя из России. Ее зовут Ия, тетя Ия. Сонечка, мы открываем посылку из России. Нам наша зрительница прислала. Что там? Шоколадки! Аленка! Спасибо, Аленка! Спасибо! Еще одна! Аленка! Такие, как мы любим, с орешками. Ой, спасибо! И обычная Аленка. А это... Бабаевский шоколад. Аленочка. Тоже. Ой, горький, я обожаю. Аленочка. Сколько шоколадок. А набор.
А так он почему-то раскрылся, да, видимо, по дороге. Вот, тут все выпало. Давай вот так сразу вытащу, потому что коробка, видимо, по дороге раскрылась. А это что такое? Что это? Хабаровск. Это город, откуда тетя Ия, где она живет. Покажи. И наборы творческие какие-то, да, здесь разные. Это вышивать домик, девочки, это, наверное, для вас, смотрите. А как? Это тоже. Мы будем учиться. Тут а здесь мягкие игрушки из носков шьем сами. Это вам тоже, девчонки. А это мальчикам делают всякие поделки из этих. Это тут мячики и вот эти палочки, чтобы она мотать. Да, вот такие всякие штучки. Да, и девочкам тоже можно. Классно, и спасибо! Спасибо! Набор для детского творчества «Вертолет». Весело и увлекательно. Это конструктор мягкий какой-то, 3D. А вот, смотрите, здесь вот эти выдавливаешь фигурки, потом что можно собирать. А вот Дальний Восток, смотрите, это магнитик. Это магнитик, город Хабаровск. Как он красиво. На, это надо быть на холодильник повесить. Смотри, это круто. Из носков. Класс. На носки. Прелесть какая, спасибо большое. Это для меня носки. По моему размеру. Так, это тоже магнитик. Это можно использовать. Я раскрыла. Дети, а вы знаете, кто это? Нет. Я думаю, что это тигр уссурийский. Да. Потому что он водится только там, на Дальнем Востоке. Ну да, это самый большой тигр, который существует в мире. Магнитится, да? Да. Это магнитик. Класс. Это круто. Это мой магнитик. Это мой. У нас из Беларуси есть магнитик теперь из Дальнего Востока. Да. Класс вообще. А я хочу его достать. Так, это сердце, когда я сделаю, оно будет вот здесь. Это молочный? Да. Вкусняшка, Аленка. Давайте посмотрим на город, в котором тетя Ия живет. Привет из России. Знак внимания семье Капустин от семьи Автушкевич. Ой, спасибо, так приятно. Вечерний город. Смотрите, как там красиво. Давай повесим эти на стены. Класс. Чем ты на Воронеж похож? Да. Да. Очень я думаю, никогда не было. Ты была там? Правда? Так. Я не помню. Привет, друзья! Я пришел во двор, чтобы погулять с камерой, поснимать. Вот наш дом. Я его сейчас реагирую, друзья. Смотрите, у нас двор очень хороший. Мы все тут делали. Тут бассейн стоял на песке. Мы его убрали, и опять песочек у нас. А вот кисочка. Вот она какая. Она скачала. Побежала. Вот. Привет, друзья! Я пришла. Вот. Вот я уже еще даже переместился на качелю. Вторую. Осталось пойти домой, только я не хочу. Поэтому я тут езжу. Буду езжать. Друзья, поставьте лайки, если вам нравится это видео на камере маминой старой. Кстати, она мне дала и подарила. Дом у нас практичный. И мы пошли. Я один во дворе. Даже груша есть. Яблоко, еще одно яблоко и еще одна груша. Мама сказала Изя. И теперь я отсоединяюсь. Бери. Ку-ку, привет. Нет, нужно внутрь сюда это засунуть руки. Оно уже снимается? Да. Это наш дом. А это наш Никита. Я уже показывала дом друзьям. Не надо. Никита. Я тут снимала очень долго. У меня такие шертики. И вот такая маечка. А вот и я. Давай, переворачивай. Приветики. Давай, переворачивай. Это я. Нет, не буду. Никит, давай фокус покажем. Никита, вставай. Давай. Вот Никита. Вот я. А теперь закрываю экран. А тут Никита. Давай. Еще давай. Это я. Закрываю. Никита, Никит, я еще не снимала. О,
классно. Ой, какая смешнушечка. Маленькая. Малюсика, нюхай. Нюхай камень. Ой, ляпай, дёгай. Это моя ляпка. Иди, мама. Сейчас закручу. Давай. Я так, тук-тук-тук. Нет, отпусти камеру туда. Да нет, она упадет и разобьется. Это драгоценная мамина камера. Это новая. Это старая. Но она все равно драгоценная. Да, как новая. Она все выше и выше поднимается. Вот это я уже закрутила его. Ой, не бойся. Сейчас так закручу. Ну как, классно? Загружилась. Нравится? Голова загружилась. Может, посильнее? Нет, в глазах у меня только круги. Круги? Да, потому что у меня загружилась голова. Да? Да. Мне нужно в другую сторону теперь. А какую ты ввинтился? Вот такую. Кому-то сильно не поздоровится. Какому-то мальчику маленькому. Начинаю! Давай! Приготовься! Давай! Закрывай глаза! Поехали! Открывай! Ух ты, ты мой мальчик! Эй, ты! Барбосик, фермидосик! Ты не видишь меня! Давай, поверни камеру! Ой, она ушла в свою комнату. Ой, нас почти застукали. Лизка спит, нужно уходить тише. Давай тут полежим с ней и посмотрим планшет. Вот мой планшет. Киса пусть спит дальше. Так. Киса пусть дальше спит. Это Крош. Знакомьтесь. А это ежик. Ты правда белый. Он вообще белый. У них белый вирус какой-то. А из-за чего же еще? А это Вася. Очень умный. Да, не и такой, добрый. Не такой умный. Вон она спит. Никит, не трогай. Пусть она там поспит. Ой, какой миленький. Пойдем. Спускаться. Она... Это супер-мега-пророк от Лизы. Лиза, а на камере нужно посмотреть наши мультики. Я тут собираюсь прибежаться. Ух, какой беспорядок. И пижамы, и носки. Все разбросано. Надо прибрать. Вот. Бумажки сюда в гарбич. Тут еще полным-полно бумажек. Кстати, Никита раньше со мной прибирал, теперь он такой ленивый носок. О, еще носки и ножницы. А сюда их положу. Я тут много снежинок она выделывала. Теперь на столе. Тут столько бумажек. Тут клей. И крышка. Такая яркая. Фокусироваться не может. Вот это, вот сюда.
эти бумажки. Туда чеки. Без тушки одной. Кстати. Ой. О, резиночки. Мне надо бы один хвостик надо собрать. Да мне, я всегда делаю хвостики сама. Ой, я же не расчесалась. Тогда хвостики подождут. Так уже гораздо получено было. Там пижамы еще. Карбич там. Ой, игрушку для киски надо. Вот так положить. Как-то. О! Положила. На пижамка. Нельзя. Я тут еще минутку. Нет, последнюю. На минутку. Сейчас, на минутку. Последнюю. Вот сложила. Ой. Теперь майку. Опа. Я с этой стороны, а ты с этой. Опа. Лиз, давай выкладываем все тут. Ива, дай одеяло позади. А. Вот, вот, поймал. Так. Ой, ой, ой. Мы должны с другой стороны развернуть. Ой, какие мы дурики. Ой. Вот этот уголок туда. Опа. Вот там раскладывай, там все раскладывай. Никит, слезай. Матрас нужно поднять. Да нет, Никит. Надо как-то туда проникнуть. Никит, слезь. Ой. Вот так вот. Вот что ты тут понавыделывал? Где уголок? Чего я дурик? Дальше делаю. Что, не надо? Мою лучше приберу. Опа. А планшет? Тут. Сейчас. Подожди, до два, значит, придет на зарядку. Снимаю тебя. Игру. Ты используй эту палку. Коля с киской играет с ней. Убежал твой страшный зверь от самой тебя.